Здравствуйте! Это видео записано для Ассоциации репетиторов. Меня зовут Валентина Венгоржиновская. Я закончила историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета и уже около 15 лет являюсь репетитором по истории. Моей основной специализацией является подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ или ОГЭ. В этом коротком видео я бы хотела рассказать о тех случаях, за которые берусь с особенным удовольствием. Во-первых, это те случаи, когда на подготовку остается очень мало времени. 1 месяц, 2-3 месяца, а возможно еще меньше. Конечно, за такой короткий срок подготовиться на максимальный балл сложно, но вполне возможно преодолеть необходимый порог для поступления. Это может быть 36, 40, 50, 55 баллов. При совместной интенсивной работе можно подготовиться к ЕГЭ за любой срок. Во-вторых, это те случаи, когда учащийся не может в силу разных обстоятельств выполнять большой объем домашней работы. В этом случае я стараюсь давать теоретический материал в максимально сжатом, схематическом виде и большее внимание на уроке уделять практической работе с тестами. Постепенно ученик приобретает уверенность, мы начинаем внедрять небольшие по объему домашние задания, а потом доводим их объем до необходимого результата для данного ученика. И третья группа случаев связана уже не с ЕГЭ или ОГЭ, она связана с историей в школе. И эта категория моя любимая, так как очень быстро и наглядно виден результат от полного неприятия и непонимания истории как школьной дисциплины, до умения анализировать большой объем информации, структурировать большой объем информации. И очень часто ученики, которые раньше вообще не любили историю, выбирают ее для сдачи в 9 или в 11 классе. Спасибо, что посмотрели это видео. До встречи на занятиях. Любите историю!